Человек не осознает, что он дышит до того момента, когда перестает дышать. Такими словами подписал свою работу нижегородский уличный художник Лексус. Еще одно граффити, посвященное нижегородским врачам-героям, которые сегодня борются с новой коронавирусной инфекцией, появилось в Нижнем Новгороде на территории городской клинической больницы номер 5. Ее перепрофилировали под ковид-госпиталь. Теперь стену украшает большое изображение площадью 56 квадратных метров врача в маске и защитных очках. Напомним, 12 июня этого года, в День России в Нижнем Новгороде, недалеко от здания железнодорожного вокзала появилось граффити, посвященное нижегородцам, которые помогают бороться с пандемией. Это первая в России уличная картина площадью более 175 квадратных метров, посвященная людям героических профессий и добровольцам.